Вон она лежит на меня, смотрит такая. Хе-хе-хе. Запеканка. Запеканка со сгущенкой. А на ней лежит булочка с маком. Такая. Чем я занимаюсь? В общем, я сегодня немножко напрягся из-за еды, потому что принесли запеканку, а я решил, что все-таки с сахаром уже не буду здесь ничего есть. Хотя мы не думаем, что мне от этого было нехорошо, но я, в общем, решил немножко уже построже и творог. Привычка говорить слово творог. Нет, кефир я категорически перестал пить. Голова у меня не болит, я чувствую себя хорошо. А вот еды какой-то дополнительной сегодня очень мало оказалось. Поэтому я взял что-то вообще такое. Там, я не знаю, уже оно где-то, может, дня 3-4 лежало в холодильнике. Я даже не знаю. Но, в общем, я это съел. И, ну, было немножко странное ощущение. А потом еще захотел есть. И взял какой-то старый борщ. Старый борщ. И съел его с большим количеством белого хлеба, то есть булки. И, в общем, это, наверное, не очень важно, но в ней сахар. И поэтому, я не знаю, у меня теперь сладкий вкус во рту. По делам сегодняшним. Сегодня мне пришлось позвонить в Газпромбанк, потому что я открыл приложение, а там помимо второй заблокированной карточки, которая всегда была заблокирована, но почему-то никак не может исчезнуть из приложения, там еще и основная зарплатная карточка моя заблокирована оказалась. Я позвонил в Газпромбанк и, в общем, мне говорят, посмотрите, какой у вас срок годности карточки. Я посмотрел, а там до 2023 года. И, в общем, это я не ту карточку посмотрел, а когда посмотрел ту, да, да, у меня до октября вот этого вот 2020 года работала зарплатная карточка, и мне надо забирать новую. Кстати, у меня там все время есть одна проблемка. Ой, я не могу долго говорить. У меня очень мало интернета. Потому что я решил его сэкономить. Я почему-то был уверен, что сегодня меня уже выпустят. А теперь я почему-то уверен, что меня завтра выпустят. Кстати, хорошо, что я отменил стоматологию. И теперь я пораньше туда попаду. Потому что, ну, в общем, здесь нельзя было вместе сделать две записи на одно и то же. И еще я заметил, что вот здесь вот у нас есть признак изоляции. Заклеенная вентиляция. Смотрел телек, но ничего интересного, но мне понравилось уже все. Вот она, эта запеканка с булочкой. Запеканка в коробочке, в такой. А булочка не в коробочке. Я не буду ее есть. Все, скорее надо заканчивать.